Наука не терпит вопроса «почему?». Главный вопрос «почему бы и нет?». Почему наши исследования так опасны? Почему бы не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не изобрести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет-нет, испытуемый, все в порядке. Да, вы, соберите свои вещи, на выход.